Сборник историй. Что это, блядь? Приветствую, дорогие зрители. И это первая серия сборника историй. Сегодня я вам расскажу историю прямиком из 20 века. Это что, блядь? Петербургским вечерком. Мальчик по имени Дрейк. А, это чел, стоп, или не он? Да, это который крысолюб. Так. Чё, блядь, нахуй, еще раз. Прямиком из 20 века. Одним томным петербургским вечерком мальчик по имени Дрейк шел по улице. Как вдруг он увидел прекрасного молодого человека. Решки без соуса. Он не смог удержаться и сфотографировал его. Ну сразу видно, что попу больше двух членов берет. Что, блядь? Здравствуйте, дед. Здорово. Так. Проанализируй, пожалуйста, его. Так, я описываю, хорошо. 23 года, добрый, общительный юморист, любит получать по лицу за то, что очень дерзкий. Не слушай, что там говорили другие, он свободен. Я бы таким сам отдался. А где Лёша? Все, давайте, все, увидимся кое-где. Всем покеда. Нахуй не может, блядь! Алло, старую хуйню с башни, блядь, сюда быстро притащить. Голая гайка, блядь, голая гайка, нахуй. Блядь. Нихуя! Вова, 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 Вова. Я тебя. Ебать сидит музыкант, нахуй. Привет, Хес. Я мой парень, наконец. Да, я думаю, на нас все хуево. Я не заходил в Хестишкиных вообще ни разу. Я не думал, что тут нахуй Мазелов с Дрейком. Ёб твою мать. Ну, да, я бы сейчас его хуйнул, если бы, блядь, один остался. Все ради тебя. Спасибо, солнышко. Блядь. Пошла, блядь, фитнес-зарядка, нахуй. Во-во-во-во-во. Я бегу, хули мне, блядь. Это тут или нет? Ну-ка, подожди. Блядь, где он? А вот только один, больше нет никого? Да. Вопрос, я модный? Красиво. Если что, возбудился. Да, идем. Да почему я, сука, одного роста с ним, блядь? Я выше, нахуй, на 300 метров, блядь. Ля, летим. Бля, кстати, кто-то сегодня насрал в толчке и не смыл с собой. Я не знаю, зачем вам рассказываю, просто, ну, чтобы знали. Вон там вышка, видите? Блядь, нет, это кринж ебуть. Хотя... Что это, блядь? Сейчас приду, я за насваю. Что нахуй? Женщина. Ебать! Да, это я, не хлопайте, я стесняюсь. И еще я ношу платье без трусика. Меня, блядь, это пугает. А еще меня пугает Мишка Фредди. И твоя мама. Ну не твоя, ну короче, вот. Продолжаем, кого гадать? Имя, фамилия. Я нищий. Я в пятом классе. Денис, 18, Илья, 22, будет вместе. Денис, Илья, будет вместе. Тап-тап-тап, не забываем. Карты скажите, Денис, Илья, будет вместе. Да, будут, будут. Совместная пара. Не, это мило, на самом деле. Это сильно было. Бля. Ну-ка, подожди. Я пойду варенье сварю немножко. Ладно. Просто не имею. Где ты нахуй? Эй, долбоёб, я здесь. 200 IQ мува ща будут. Блядь, пизда, я не хочу, блядь. Плохой плюс плохой, ладно. И такое бывает, блядь. Ты не хочешь быть со мной. Ты такое подумал? Бля, очень хочется пива, кириешек и секса с мужчиной. А ещё чё, блядь? А, блядь, так? Бля, ладно, это охуенно. Притворимся, что... Чего, блядь, что это было, нахуй? Ага, блядь. Это чё было, блядь? Уже ночь. Будет какая-нибудь ебля там? Не знаю. Съебал, блядь. Ты иди уже, блядь. Там кто из-за дерева выглянул, блядь? Не знаю. Съебал, блядь. Тесу, сука, спрятался, блядь. Ты иди уже, блядь. Нет, это просто пиздец. Ну, в общем, хорошее настроение, позитивные, позитивные темы сегодня происходят. Дрейк! За что? Готов, нахуй. Ебать! Нихуя себе! Я сейчас умру. Блять, живи, пожалуйста. Нет, я все потерял! Ебать! Нихуя себе, блять! Вот это концовка, нахуй! Ебать! Блин, интересно, он формат, кстати, придумал. Ебать! Е, что-то какая-то грустная хуйня. Я думал, там...